Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала в Sid Meier's Civilization 6 за Испанию. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Какие шансы? Слушай, выстреляй бомбардировщиком какому-нибудь крейсеру, пожалуйста. Подплыть к Ахину. Да, он же их не видит. Давай, стреляй, я тоже их хочу посмотреть. О, минус 30. А сколько он получил повреждений? Я имею в виду самолет. А где это посмотреть? Ну, у него же ХП упало. А, сейчас, секунду. Блин, бедного Инвиктуса забрасывают. 10% где-то. От всего ХП. Так, тут надо купить археолога. Всё, парня уберём. Ну, что делаем? Принимаем на перекло. Мне кажется... А мне не пришло, между прочим. Еще ничего не пришло. Я принял. Нет, мне громко нужно. Ну, главное, чтобы с тобой кто-то еще принял. Рим, подумал, ну-ка нафиг поплыву я отсюда. На самом деле, ничего не потерял особо. Индонезию захватывать, вот это все, что ты сделал, это фигня полная. Так, это все. Ну, типа, сейчас это только очки. Ну, как бы, это имеет смысл. Конечно. Вот операции. Надо было делать сильно раньше. Мне уже не нужны эти послы, я так думаю. Так, что с экономикой? Бонусы за соседство надо? Да, сейчас вот эта защита сотка. Во-первых, бонус центра коммерции гаммы не плюс 100. Вот это жилье. У тебя есть что-нибудь морское? Вообще ничего нет. Не знаю, бонус соседства кампуса. Оно немного даст. Ну ладно, пускай будет вообще. И, наверное, содержание юнитов обратно вернем. 367. Смотри. Я уже конец подумал. Так, Картахене, космопорт, пока... Ну вот мне вот тут надо археологам... А, давайте по библиотеку построим. Порт, банк, археологический музей. Дальше. Давайте классовую борьбу откроем. Три фабрики. У меня две фабрики точно есть. Надо будет еще одну купить следующим ходом. Инвиктус. Что? Он мне губернатора удалил. Что он вообще делает? Инвиктус, зачем ты губернатора Индонезии удаляешь? Главный соперник. Просто какие-то рофлы. Русский посмотрел? Смотри. Окей. Торонто. Да не, все остальные мне не надо. Мне вот держать Буэнос-Айрес союзником. О, космопорт. В Гайдельберге.
название города Рима Пафос. Ну, это гора в Греции. Ну, вообще, это город на Кипре. Я не знал об этом, но забавненько. Кстати, интересно, почему это город у Рима, а не у грека? Или это у грека все-таки? Рима. В Пафосе, например, апостола Павла у позорного столба секли. Ускорение. Так, ну и можно, конечно, строительство космического корабля саботировать периодически. Так, ускорили классовую борьбу. Блин, не успел построить. Ну, в данном случае она мне была не нужна уже. Так, что-то мне робототехника открывается. Это надо. Что-то я могу еще ускорить. Буровую вышку построить. Буровую вышку, три танка. Буровую вышку и три танка. Все. Нефти у меня, по-моему, только на воде, да? Поэтому буровую вышку мы пик построим. Ну, а три танка, это мне надо рыцарей. Парочку. Давайте тяжелую колесницу раз. Тяжелую колесницу два. Я был союзником Вавилона. Кстати, сильная штука. 211. Да, нет, у меня один рыбомб. Это плохо. Надеюсь, русский будет ядерки кидать в грека. Сейчас все будет. Только тогда есть у нас шанс наукой победить. Не, ну так-то это все быстро открывается, смотрите. А что у нас с великими людьми? Наука у меня упала. 100% космическая. И 1500, блин. Ну, я тут да везде проекты. Я боюсь, что все тоже делают проекты. В этом проблема. Рипхова, оно тоже улетает. Смотрите. Ой, да ну 1448. Я сильно отстаю, я этого не получил. Фантом летит на 149 ходу. Да ну что за чушь? Это фантом. Не чушь. Такое бывало. Они все на очки рассчитывают, что по очкам победят. Инвиктус, вот то, что ты сидел в этот... В науку вместо того, чтобы ядерки построить, это плохо. Фантом-то хоть понятно, он отстающий, ему либо то, либо другое. А ядерки ему сбрасывать, это кого-то, кому-то помогать победить. А вот ты чего? У тебя же всю игру так классно было. Ну не смог я сделать это, так что... Ну вот, было у России 48, стало 91. Ну да, 43 вход. Хотя, слушайте, может я и догоню? О, блин. Надо поднажать на гранты. Вот эти 1500 на самом деле очень могут помочь.
для последней детальки. Вот здесь, когда банк тут сядет, то вот тут надо будет АС купить. Или ГЭС, не помню, что там, АС, наверное. А здесь тоже мастерскую и там прочее. И тут вот будет тоже дофига производства. И тут так 102 производства. Даже без Магнуса уже практически как в Мадриде и в Бильбао. Я вот жалею, что я не отправил туда караваны. То есть у меня караваны уже до конца игры будут бегать. Ну вот только вот этот закончится. И они бегают, надо было из Мадрида, Бильбао и Картахены отправлять. А у меня из Картахены 2, нет, из Картахены 3, кстати. Вот почему я там так производства много. 3 из Картахены, 1 из Бильбао и ни одного из Мадрида. У меня, наверное, в эти города бегают чьи-то караваны. 3 в Мадрид от русского, все. И в Бильбао 2. А, ну, тоже неплохо. Вот я с этого имею производство. Немец, а чё с греком мир не заключаешь? Зачем? Ну, чтобы научные ГВшки. Так я их перекупаю. Я прошлым ходом смотрел, что Стокгольм и Вавилон были грека. Викус, у тебя есть какая-нибудь кавалерия? Не, наверное. Хотя не выглядит так, что они проекты делают здесь. Видимо, нет. Так, ну-ка, сколько в Картахене стало? 104. Ну, что-то новое открылось. Бонусы для соседства кампуса и промышленной зоны. Отлично. Дополнительное золото в коммерческом центре плюс 50 и при... Ну, не знаю, надо ли мне столько денег уже сейчас. Леша, как насчет того, чтобы не скидывать друг на друга ядерки? У нас же союз с тобой. Ну, он скоро закончится. Так мы можем просто продлить и все. Так будем кидать или нет? Ты не хочешь со мной союз продлевать? Ну, а если кризисный опять выскочит? Я не собираюсь с тобой воевать, я хочу продлить союз. Какой может кризисный выскочить? Ну, ты на кого-то? На грека сброшу сейчас. Я не буду его принимать кризисный. Окей. Договариваемся только, что мы продлеваем союз. Делаем. Не, ну шпионов вряд ли, мне надо что-то экономить. Наверное, давайте бонусы от театральной площади, хоть немножко культуру увеличим. Хотя еще вот плюс. Так, у меня 9. Караванов. Так бы я получил плюс 9 культуры, да? Сейчас посмотрим, сколько я тут получу культуры. Виктор, а где твои бомбардировки? Больше, нормально. У нас есть 3 штучки. Это самолетики были вроде, нет? Следуйте расщепление ядра. Где у нас?
линии ядра далеко. Хотя один, два, можем успеть. Что-то еще требуется. Взлетную полосу, постройте космопорт, это мы ускорим. Ну, пойдем так, вот, космическую гонку прям напрямик. Вот жалко, что я Рейну не прокачал. Это вот минус, конечно. Так, а что у нас в фашизме еще? Три золота от лаборатории, усталость от войны. Не, это нафиг надо. Я не понимаю, Грик, почему я? Я тоже не понимаю, почему ты, честно говоря. С остальными двух союзов. Так не надо было заключать, надо было думать заранее. Я, в принципе, не самый сильный. Рим намного лучше меня, русский намного лучше меня. Тот же Линдонес. Ты задачу не можешь. Знаешь, как бы я сделал на твоем месте? Я бы сразу закидал русского и Рим. Никтусу всегда можно на потопку оставить. Как бы не особо так реагировал. Самое забавное, что да. Они вроде как два самые главные соперники на карте. И у них война, но они если их не предпринимают, при том, что у Греции есть ядерки. Вот. Но летят они в 3. Очень странно. А мне кажется, что надо руководствоваться логикой, что если ты в центре, то захватывать человека к краю. То есть в данном случае вот Артём, у него... Четверо соседей, да? Кри, Рим, Индонезия и русские. То в его случае логичнее было бы Индонезию захватывать. Тогда ты избавляешься реально от одного соседа. Потому что захватывая Кри, ты все равно оставляешь себе еще в соседях немца добавляешь. В любом случае. Ну, логика чисто исходя из местоположения. Виктус, есть чем захватить? Нет? Сейчас. Мне там даже слишком поднос возьмут. Окей. Следующим ходом. Да, ускорение. Улезет, чем я никуда не улечу, я не успеваю изучить все техи, понимаете? Понимаешь. Блин, я реально могу успеть этого ученого забрать. Я не успеваю изучить все техи, и вдруг 109-й ход, и Артём улетает. Ну, так получилось, ребята. Ну, не знаю как, но получилось. Виктус, вот ты уже никуда не улетишь. Конечно, я 180 ноги. Спасибо за веку. Вот воровал бы науку. Русские, когда у тебя кончается союз с греком? 12 ходов. Восемь. Ну я тут фабрику тоже куплю потом, поэтому давайте банк лучше построим. Уже кампуса у меня нету. О, Эндонес молодец. Ну спутники уже. Не могу. Где у него космопорт? И он, кстати, взял ученого на озарение для всех технологий информационной эры. Было дело. Ну, я, кстати, забрал этого великого человека. Инженера на 750. О, кстати, я его куплю за веру. Знаете? Плюс 100%. Ну, вот русский сейчас берет и инженера. Все, то есть, я думаю, что русский скрутит. Все, ученого он уже не берет, не волнуйся. Вот и вера пригодилась. На инженера надо проекты читать. У него есть достаточно вообще этих индустриальных зон.
надо читать их. Ну, больше всех у Рима очков инженера идет, капает. Ну, капает, тут до конца игры капать будет. Нет, я к тому, что больше всего явно у Рима этих. Этих. И, в принципе, да, логично. Но судя по тому, что Андетка даже космопорт не построил, он рассчитывает не на победу космоса. Будет меня захватывать. А Андетка первый по очкам, между прочим. Если он сейчас фантома попросит немножко, то долго. Отлично, композиты. Уже и не надо танки. Рим уже давно бы захватил Индонезию, если бы не страдал. Это да. Так. Зачем-то поплыл ко мне через всю карту. Терять свои крейсера. Серьезно? Миллион я туда его захвал. А не. Плюс 100%. Я не могу ничем отбиваться. Строится за 3 хода. Правда, у меня нету никаких лесов, да, вообще, блин, чтобы я... подрубить. Хотя вот леса для Картахены. Твою столицу, и что ты видишь? Может, рабочих снес подкупить? За 30 очков. Ну, нормально, ты сколько хотел. Снес укрепление на 30 очков, это треть. Ты хотел за один ход его захватывать? Ну да. Нормально. Он же, блин, не отстает по тебя, от тебя по эпохам. Ну это максимальная защита городов. Да, да, это максимальная защита городов. За 3 хода ты захват, по-моему... Да, зря, короче. К немцу надо было сразу плыть. Конечно, зря. Это вообще какой-то очень странный мув. Типа Ахен. Этот расплата за предательство уже до конца игры будет работать. Кстати, тоже баг. Тут явно у них не отскалировано по скорости игры. Вот это все. То есть он не должен 40 ходов действовать, должен 20 ходов работать. Че, Минус, помогаешь мне, нет? Ну да. Так, а нужны ли мне еще шпионы? Вот в чем вопрос. У меня тут, в принципе, по-моему, кроме пластмасс, все, что мне надо, ускорено, да? Так что давайте чисто открывать их. Или еще вариант попробовать инженера. То есть делать не... проекты в исследовательском, а логистику промышленной зоны. Тут пускай они закончатся, и буду делать логистику промышленной зоны. В Картахене 113 уже производство, как вы видите. Здесь вот надо еще купить фабрику и АЭС, и у меня будет максимальное производство. Так, сколько у меня союз с немцем? 11 ходов. С Римом продлить союз с русским 10 ходов. С Индонезией продлить союз с Кри 10 ходов. В принципе, Грек, как насчет того, чтобы я... кроме Рима, мне кажется, Рим, мне больше некого. Отдать ему города. Я могу уйти, но отдавать не буду. Ну, мы их сейчас заберем обратно просто. Вся твоя армия умрет здесь. А так ты можешь ее использовать против Рима. Потому что Рим побеждает по очкам. Этот твой маневр, он вообще ни к чему не приведет. Ладно, я согласен. Okay. Вот это я понимаю, дипломатия, ФФА, люди.
О боже, цель троян. Складываются? Что? Да, складываются. Я на Трояну, пожалуй, приму. А я, пожалуй, не буду принимать, потому что у меня города на побережье, и явно против после Индонезии я буду следующим. Ты побеждаешь, я помогаю людям. Себе помоги. У меня немец помогает. Так, еще нужно покупать рабочих и вот на этих лесах расставлять. Еще один ход. Так, я увел вот мышка. Значит, ты мне через ход даешь мне два зона, да? Ну как померимся, да, дам. Этот же у нас на родной территории, да. Слушай, у тебя есть что против Рима? Сейчас, один момент. Это пока внутренними делами. Так, логистику промышленной зоны. Блин, а тут нету промышленной зоны. Жалко, как раз Пингала тут сидит. Восемьдесят четыре. У него 27 вход, 35. Ну, если они не будут никакие тут проекты проводить, то в принципе можно успеть. Я просто надеюсь, что это мне еще дадут ускорение где-нибудь в сапру. Так, здесь космопорт завершен, но тут нечего строить, поэтому логистика. Блин, тут меньше производства стало. Кто-то перестал ко мне караваны пускать, наверное. А, так ко мне только русский пускал. В Картахене 105, это круто. 104 в Мадриде. Так, союзы со всеми продлены. Немец, что ты спрашивал? Я говорю, у тебя есть какие-нибудь подлодки? Есть подлодки. Но у меня нет ядерного оружия. Прям, честно скажу. Когда будет? Ну, будет, но не скоро. Я думаю, что ходов через 7. Тут, кстати, тоже от Рима. Ну не то, что сомнительный. Кто меня проспонсирует на авианосце? А сколько тебе надо? Секунду. 810 штучка. Ну, я тебе, наверное, 400 могу дать. У меня самого пока только 700. Еще кто-нибудь? Я там скинул вам Алексею и русскому предложение. Помогите там. Большое недовольство. Не, смотрите ситуацию. Но я по-прежнему считаю, что основные конкуренты — это Рим и Грек. Они в состоянии войны. У них есть ядерки. Они не скидывают их друг на друга, на войска друг друга. Так он скинул все на меня, у Грек. И на них больше ядерок. Ну, он уже с тобой замириться может. Ну так ядерки надо построить ему опять, не знаю. У меня есть еще одна. Просто игнорируют друг друга. Я считаю, что тут основные еще и русские. Выигрыш они получают, ну, противодействие друг другу. Ну, Грек уже сейчас замерится с Кри. Я думаю, что начнет с Римом что-то делать. Так, в темный век вышел. У меня сейчас науки станет меньше. Ну, это уже не важно, потому что мы уже никакой новой эпохи не будет. А, блин.
Блин, я в нормальном. О, похищены пластмассы. Отлично. Здорово. Отстой. Все, давайте так исследовать. Кто там Риму войну объявил? Все, кроме Кри. Все, кроме Кри, объявили войну Риму. Я не объявлял. Ну, в смысле не объявлял. Ты и так войну... Он не объявил. Так, вот из Картахены. Но теперь не по золоту смотрим, а по производству. В Сурабаю. Воу-воу-воу-воу. Так, контрразведку давайте в промышленную зону сажать. Так, значит, у меня осталось по техам 2, 4, 10, о, 16 ходов. Блин, все-таки надо... Алеша, мне нужно будет твое прикрытие. В каком смысле? Сообщать, что там Рим делает или что? В смысле авианосцы мои прикрывать. Чем? Лодками своими. Ладно. Блин, мне не хватает скорости выйти. Значит, надо все-таки проекты делать. Привет, кинь мне мир с городами. Сейчас, секунду. Знаете, мы, наверное, не будем откладывать. Ну, я получу здесь, но я явно не успею взять этого парня. А вот наука мне очень нужна. Иначе я не успеваю открыть все, что мне надо. Исследовательские гранты, исследовательские гранты. И здесь. Ого, заметились. Ищи города отдал. Че происходит, ребята? Ну там куда? Немец вмешался и помогал Кри. Грек забоялся. Ну а что там, греку сидеть? Он не может дальше пройти. Ну, у немца ядерки тоже есть, как я понял. А до грека он докидывает. Теоретически. У меня 9 штук. Ё-моё. Я не знаю, куда их деть. Ну, на Рим, на Грецию. Они вроде лидеры. Так до них доплыть еще надо. Еще русские тогда, если на меня закидают ядерками. Блин, а что? Какая у нас, да, какие у нас черные карточки? В первую очередь, наверное, даже Рим, потом русского. Пачка. Да, это мне не надо. Это мне не надо. Вот можно русский плюс сделка. 25 производства попробовать взять. Минус 2 довольства будет. Ну так как у меня Буэнос-Айрес, в принципе, у меня, по-моему, с довольством более-менее, да. Надо взять ту черную карточку, я думаю. Если бы кто-то еще космическая ядерку, гонка, военная академия или порт. Я буду так счастлив. Столько кризисов против меня. Два. О, денежку получил. Исследовательские гранты. Продолжаем. Ну что? Космопорт пограбил. Складывается ощущение, что у тебя Invictus против меня какое-то предубеждение. Ничего личного.
Заметьте, там у русского куча космопортов. И скоро искусственный спутник будет завершен. А в других городах он, видимо, копит промку. Ну, 10 ходов осталось. У него изучено там вообще. Давайте посмотрим. Не, ну теоретически за 10 ходов можно изучить. Я в промышленной зоне. Потому что я смотрю, я не успеваю. Блин, 3, 7, все-таки, мне кажется, не успеваю. Маловато науки. Вот если бы не воевал с немцем... Забрать-то есть чем. Мог бы успеть. Хотя из-за чего космопорт сейчас построится, и тут я застрою лунную экспедицию. Там что ты здесь смеешь? Ну, блин, не знаю. Донезия сделка. Не знаю. По очкам тут. О, это же столица была. Все, уходишь? Да не, посижу. Ну еще, ну интересно же, 10 ходов осталось. Ну по очкам, не знаю, здесь что-то надо делать Россия, не знаю, там отстает на 100 очков. 100 очков, это 4 чуда. Да, вообще интересная ситуация. На самом деле с Россией может Леша разобраться. Если захочет. Как? Закидать его? И забрать? Через Россия тебя? Алексей со всеми уже там в союзе до конца игры. Зря. Нет, а как Россия, он может Россию забрать? Я тоже не очень понял. Типа через тебя с подводных лодок кидать ядерки, через тебя танками забирать его города? Вообще ты можешь с моря его забрать танком, просто подплыть. Астрахань. Поближе и все. Ну, вообще я сейчас вижу лидером Рим. И как бы ослаблять его основного конкурента пока Рим впереди. Нет, тут надо как бы надо и с русским, и с Римом разбираться, если по-честному. Ну да, с греком. Желательно одновременно. А грек как-то не особо по счету, ну, блин, у меня от грека меньше 100 очков до грека, так, на минуточку. Эх, если бы ты, Леша, мог купить по селу в каждом городе и набахать на своей территории их. Ну, это мне не дало бы победы, это, блин, мне же дань детки, 500 очков, это как вообще? Сколько надо набахать? 500 очков. Ну сколько, 25 за город, да? Не 25, 8. 8 за город? Ну, с одним жителем, по-моему, 8 за город. Варвары. О, вот и на грека полетел. Когда уже на Рим полетит? Блин, кто там меня? Я на Рима вообще не достаю никаким образом. Ты же граничишь с ним. Я Россия. А. Вот видишь, грех, что ты наделал. Если ресурсы кинул на меня, бесполезно. Но а, если ты... бы он не подтвердил свои войска, то не границы. Чего ты взял, что я на тебя собирался? Я наоборот от тебя. Да? А то, что там на границе с Ереваном стояло двое. И что? Ну, а Ереван это... Я вообще улететь собираюсь, мне не надо сейчас ни с кем воевать. Я просто... Чё, ты дальше пойдешь? Да нет. Если ты не будешь, ты это ничего не знать. Да не буду, я тебе сказал. Отдай мне город, и мы подружимся. Вау.
Ну, либо я на тебя сейчас все ядерки скину. Вот это правильно. Я поддерживаю. У меня 4 штуки. Кстати, вот Грек реально может улететь. А, ты сейчас достаточно. Андетка, я бы на твоем месте не мирился с Греком, потому что он реально может улететь. У него ученые на полторы тысячи. В отличие от русского, у Грека одну теху и осталось открыть всего лишь. Все. И ученые там на 1500. Что, Грек улетает? Не успеет. Успеет. Ну, три модуля можно тут строить одновременно. Да, тут скорость, важно открытие тех, а не строительство. У него сейчас будет открыта последняя теха, и все. А в этом, по модулям, у него уже первые... Вот второй модуль достраивается. Коварный римлянин. У него два космопорта всего. Ну, в одном на полторашку, в двух два модуля. Да. Я смотрю, у Сурабай такая римская делегация собралась. Она... А где космопорт у русского? Ой, у грека. Один в этом в Ирении, один в Спарте. Астрахань, Ярославль. В Эритрии, в смысле? Новгород, в Эритрии, Петербург. Да. А ничего, что Эритрия отваливается по лояльности? Там у него производства вообще нету, кстати, в этой Эритрии. Кстати, каким образом она отваливается по лояльности? В Эритрии дофига производства, в принципе. Можно. Дофига производства, но когда у тебя мало лояльности, этого производства нету. Тоже верно. Город отваливается. Еще не понимаю, как может такой город отваливаться. Я тоже не понимаю. Ну, он даже он посадил губернатора, и все равно минус 8,5 идет. Ты что-то делаешь там, фантом, признайся? А, нет, он просто в темном веке, а Дрибухана в золотом веке, плюс туда перенесла столица после того, как я взял. А-а-а. Вот это прикол. Видимо, вот это комплекс таких мер. Тубан, да, Тубан стал столицей. Ну, то есть Эритрея сейчас не может нормально строить чай. Поэтому, считайте, у него один космопорт. Так, а где второй, ты сказал? В Спарте. Ага, в Спарте. И у него тут нету никаких лесов подрубить, похоже. Есть один лес. А ты видишь, что так с партии уйдет? У него космопорт в Афинах. А, да, в Афинах тоже строится космопорт. И там стоит инженер. Ученый. Блин, знаешь, как нужно было форт построить, а? Ну какой черт у меня тут? Ну вот что мне делать с флотом? Если бы я занимался флотом, у меня бы еще все хуже было по науке, по культуре и так далее. Ну, почему я не могу эфес захватить? Ой. А, это баг просто был какой-то. Все, уже нету эфеса. Опа, за разграбление этого, что ли, фулл хп дает? А это к Валенсии относится, блин. Подлодки. У меня тут... Только один лес для Картахены, все. Кого разграбление? Ну тебе то же самое дается, как и наземным юнитам ты бы это грабил. Понимаешь? То есть будешь грабить... Например, кампус под лодкой, тебе науку дадут. Ты разграбил какую-нибудь там ферму, наверное, тебе дали лечение. Нет? Нет. Нет, просто у меня на фулл хп захилило, когда у меня там было процентов 10.
А что ты разграбил? Этот компонг вроде бы. Так там может компонг такой крутой. Может компонги дают на фулл хп лечение. Короче, давайте посмотрим вот это. Вместо уже театральной площади. Я опять крашнулся! Ждем, когда Алексей улетит. Да, вот ему уже ничего не светит, он там сарказмирует тихонечко. Ну, у меня грек постарался. Что у тебя? Грек постарался. Может быть, плохо старался. Я тоже скорее Кри не постарался. Я вот больше думаю это. Старался и не постарался. Ну, не было у меня ядерного оружия, что я мог поделать, не было. Надо было в него идти, а не в ракетостроение. Самолеты есть, ты мог сбрасывать с самолетами. Я вышел на него, но не успел построить их. Давайте вот это, плюс 15, если есть военная академия или порт. Виктор, это же было очевидно, что и черное кто-то да нападет. Вот это производство. Так, в Мадриде порта нету, его надо купить. А в Бильбао порт есть. Да. А военная академия в Картахене есть? Нету, тоже надо будет купить. Потому что она дешевле стоит, чем морской порт. Русский, а что это за инженер тут под Дортмундом? Ты там говоришь, что это про испанцы, чтобы не заходить. А-а-а. Так, ракетостроение. А не долетит оттуда. В Спарту. На оборону. Вдруг вот так флот приходит. На оборону границы не ставят. Хотя в тундру вон можно бахнуть. И глубоко, хорошо. Так ведь у меня денег... А, ну да, потому что золотой век закончился. Он кинул бы первым, а если кинуть героически, то шахта не работает уже. С заражением. Ну что мне делать? Надо все равно шахты построить. Нет, надо было строить подлодки. Или самолеты. Ну вообще 8 ходов. 150, блин. Нет, на один ход раньше, на один. На один ход раньше. Ты, немец, видишь флот Рима? Ага. Хорошо. Маджипахит сам отвалится. Через два хода. В смысле? Ну, мою ракету сбили твои крейсера. Серьезно? Да. Такое возможно? Да. Как оказалось, да. Это самолеты. Нет, это ракета. Ну вот сейчас же прилетела ракета и уничтожила ему тут что-то или нет? Это другая ракета была. Тоже другая ракета, видимо, оно как бы считает, что эти игроки больше перехватывать не могут. Так. Русский солевой магнат. Тут лунная, да. Тут запах жилого модуля 4 хода. Здесь... Не, все-таки выглядит, что не успею я, потому что 4 хода... Это долго. Ну, слушайте, а может лучше в Бильбао? То есть мне тут не особо... Вы прикидываете, что я... Надо своей наукой с я... этим... Лучше всех по... Ай-яй-яй-яй-яй. Что ты лучше? Ты лучше всех даже со своей наукой, конечно. Инвиктус, ты лучший. Ты лучший. Не, посмотри. Ты лучше всех. На что посмотреть? Если бы не купил. А, нет, так стиль. А, нет, где? Глеб, получил. Грек все-таки лучший. Да, Глеб получил. Признаю.
Надо тихо, надо тихо больше слышать. Умбрека уже нету. Вот, и в этом, кстати, проблема. Надо было мне еще в Золотой век тут выходить. У русского 540. И у Рима. Все пытаются улететь. Кроме... Короче, улететь пытаются все, кроме Рима. Прилетело, что прилетело? О. Тебе прилетело. Да. В дворец я вижу. Дворец. Ну, соседний Велитра или как это называется. Ну, на самом деле, дворец у меня почему-то было очень мало комнат всегда. Я, потому что Рим там все эти. Отжирал шахты. Так, ну великих людей-то больше нету никаких. Рабиндранат Трагор, Франц фон Хиппер. Все. Захватывал бы еще кто? Виктус, я за тебя болею. Все, брат. Мне бы еще крылья бы дали, я бы полетел бы. За Инвиктуса болеешь, а он там что, может успеть? Ой, космопорт не достроен даже. Как не достроен? А не достроен. Я даже успею запустить реактивный модуль. Осталось 5 ходов. Реакторами? Наверное, реактор, да. Скорее всего. А как, ход закончился сейчас? Нет, я еще хожу. Ну почему вот эти клетки к Валенсии относятся, а не к Картахене? Только одна клетка к Картахене. О, камень можно отдать Картахене. Или нельзя? Нельзя. Что я могу еще вообще тут вырубить? Вот. А, это уголь. Тоже к Картахене, но это еду даст. Что здесь? Овцы. То это тоже еда. Все, деньги. Тропический лес, тропический лес. Да. К сожалению. Там немецкий танк делает меня. Он в гости приехал. Слушайте, а есть какие-нибудь вот, как бы так сказать, у меня территория за пределами трех клеток того города, который может ее обрабатывать, то есть там четвертая, пятая клетка. И мне бы хотелось, что эти клетки от одного города другому передать. Это вообще как-то есть какой-то вариант? Никак. Если в другом городе это дальше, чем третий радиус. Нет. Если он не входит в зону контроля другого города, то никак. Так, а куда русский ядерный ракет запустил? А? Боже, какие-то. Ядерку пускать куда? Плохая. Ну если есть, давай. Какие-то варвары. Грубые. Кстати, эти карточки никак вот не повлияли на мое счастье. А-а-а.
только интересно. Что-то новое открылось, что я вообще открыл? Глобализацию. Если в Сурабаю можешь, то тоже можем. Вот тут одна подхватка. Ага, плюс два производства для всех торговых путей. Ну блин, мне не хватает сейчас науки, а не производства. На самом деле. О, ответочка от Рима. Грех. Я, пожалуй, все оставлю. Там еще и танк рядом. Да он же сейчас столицу захватит. А это Рим. Рим по очкам выигрывает. Ну, давно уже. А он там городами хорошо заселил свой север. Молодец. Сурабай можешь забрать? Да, могу. Ой, флот. Забавно, короче, такой этот стоит этот ракетный крейсер в окружении ядерного сражения. Он же может из Картахены. Из повреждений выйти. Вот еще ошибка у меня с караванами, что. Так, где у меня тут на производство? А эсминец у тебя сгорел? Нескромный вопрос. Сурабай, давайте. Сгорел. Зря в Сурабай там заражение. Спокойно бы ты жил, спокойно бы улетал, может быть, улетел бы. Потом да, ракеты ты запускал. Зачем ты пошел на меня, вообще не знаю, понимаю. Кто на тебя ракеты запускал? Вот это, то, что по моей флоту. Не знаю. Как? С кем у тебя война? Немец, наверное, запускал. Немец там на севере запускал ракеты. Нет, он там с подлодок. А, это, наверное, русский с подлодок. Нет, это я. И немец тоже с подлодок. Я так понял, что они оба там. По-моему, оба, да. Мне тоже кажется, скорее оба. Мы тут вдвоем на пару. На русский, а почему ты отказался? А у меня есть это все. Ну, ёлки, разве не очевидно, что мне счастье нужно? Да, довольство везде есть. Лично, зато производство получил. Жадные бароны. Так, у нас еще 6 ходов. Печаль, конечно. Ну вообще успеваю, ребята. Я все еще успеваю. Отлично. Если мне никто ничего не будет делать, то я вполне могу и попробовать улететь. Вот эта деталька 4 хода. Да, но тут могут еще другие люди успеть. Греку 2 модуля осталось запустить. Да все, меня сейчас берут в столицу, я ухожу. У него всего один космопорт. Да, меня сейчас в столицу заберут. Ты же русский меня атаковал ядерками. Ну это ж не значит, что ты не можешь победить. У тебя же еще космопорты-то остаются. Немец тоже. Тебе надо Спарту просто защищать и все. Спарту защищай. Защищай Спарту, строй там... детальки. У тебя к Спарте один проход всего лишь. Да и Афины ты отбиваешь вон. Ты да. Ну что, не промп, где ничего нету. Блин, опять забрали. Да на землю, я могу тебе войну объявить, просто я не могу идти работать. Объявляй, конечно, чего не решаю. Боже, вот это откуда все прячется? Только, наверное, там уже нет смысла. А до Джамби никто не достает. Нет.
Это ты, Андетка, наугад? Нет, я же вижу твоих торговцев. Алексей. В смысле моих торговцев видишь? Ну, я вижу, у нас с тобой союз, я вижу у нас общая видимость, я вижу, где его эти авианосцы. Ну и ты промазал, я не знаю, конечно, что ты там видишь. Я один только авианосец снес. В общем, грек, не плавай рядом с моими юнитами. Ой, грек, немец. Алексей похоронил грека. Почему грека? Ты же ему космопод разрушил в Спарте. Нет. Так. В Спарте я разрушил космопорт. Ага. Видишь, такая интересная таблица научной победы. Кроме Рима у всех запущен этот спутник. У 4 человек лунный модуль. Еще самое интересное, Рим единственный, кто все техи уже открыл нужные. Я еще русский открыл. Я ошибся немножко с этой, с последней стадии. Я могу уже все достроить, скорее всего. А у грека был учебный на 100%? Кто его взял? Русский. А первого? Я взял. У него на полторашку он его заюзал, нет? Немец предложение. Не знаю, кстати. Вроде не видно. Я думаю, что заюзал, потому что я не вижу у него инженеров. Заюзал. Ну тогда это сложновато. Да все уже никак. Если бы на столицу бомбочка бы не скинулась, еще был бы вариант, а так? Ну а в Спарте что, нету производства? Сейчас все караваны, которые у тебя бегали, ты можешь в Спарту перебросить. Леша, ты успеешь за 5 ходов в одном городе 2 проекта сделать? Я не знаю. Там есть леса и много рабочих. То есть там сломанная космопорт. Ну а танком ты не хочешь до Ореция доехать? Не, просто непонятно, почему грек должен что-то делать Риму, когда это выгодно русскому. То есть, если грек там будет куда-то доезжать, он тут уже по очкам не может победить. По-моему. В числе, да. Мне выгодно тебя, например, Алексей захватывает. Что-что? Тем, чтобы вырываться в Мадрид здесь. Я не понял, про Мадрид что-то? Да, можно Мадрид забрать. А, Мадрид забрать. Господи, я еще где-то 4000 получил. Но нет, не поможет. Ну, раз не поможет, не надо забирать Мадрид. Надо Рим, у Рима города забирать, понимаешь, у Рима. Кстати, эти... Ну, опять же, тут, это, чтобы это сделать, надо... Русские тогда выигрывают, если теряют города. Да, осталось тут 4 хода, я не успеваю ничего делать. В курсе, кстати, что ты уничтожил, немец, все мои священные города? Как тебе и надо. Да, надо было на Рим, короче, нападать. У меня даже метка стояла, где это, где у него, ну, куда бомбочку скинуть, где у него вся армия была. Не знаю, конечно, что мне клюнуло. Конечно, здесь было понятно вообще. Я открываю на 50-й ход. Надо было бомбить. На 50-й ход открываю нанотехнологии. Слушай, ты это, улетал, как бы, я почему-то подумал, что Рим на меня не нападет. Почему-то. Да. Я проблема, что у меня в Картахене не хватает... Со мной повоевать в конце. Мы же с тобой не было дружбы. Ну да, согласен. Не хватает производства. Всегда вы скидываете меня. Давайте еще раз проверим. Поспешил.
там термоядерка уже была. Круто. Главное, да. Клево так, когда из-за этих emergency все карта открыта, все видишь, как ядерки летают. Ничего невозможно больше вырубить. Ну, будем надеяться как-то на этих ребят все-таки. Че, Андетка, поздравляю тебя. Ну, подожди, там еще немец может что-то сделать. Немец? Да, он у меня на севере города пытается отхватить. Это что тебе по очкам тебя опередить, тебе нужно пол. А до Рима что-нибудь достает у кого-нибудь? Меня достает на северной городе. Блин, там все в огне уже давно. Если бы немец тогда на меня не напал, я бы успевал улететь. Я пока. Ну, точнее, я бы 100% успевал. Так еще смотрим. Или здесь, за ну, Invictus уже не конкурент, если он не успеет ничего. То, в принципе, можно. То есть только если за, грех. За я арендовал там этот пехоту в валеты. Прихода сохранишь и получится у тебя. Не, ну на следующий ход он сдохнет. Вот если в Антиум что-нибудь есть. Блин, Буэнос-Айрес перекупили. Детка тварина перекупил Буэнос-Айрес, у меня сейчас не будет счастья. Вот нафига он тут. Давайте мы тогда не социальные сети откроем, что-нибудь на послов. Чего? У нас тут на послов. Да антиума у тебя не достают ядер. Два посла. Случайно. Это где? Это слева от Рима. Да. Там просто бомбили Велитры и Ариеций. Вдруг до Антиума достанет. Вряд ли. Да, ничего не достанет. Ну или у немцев какая-нибудь подлодка там с севера. Это тоже вряд ли, конечно. А эти модули там не дают случайно? Только через какой-нибудь 20... там науки. Нет, тут не проживет столько этих. Ну а ты кушай клеточки. Так не, она ж одиночная. Наверное, не дает. Варвары тут лютуют. Блин, встал бы сразу сюда, я убил бы эту, потому что был бы бонус за соседство. Исследовательские гранты. Опа, видите, как снизилась наука. Это, скорее всего, из-за несчастья. Да, вот одно недовольство, например. Садим Картахену, чтобы меня там не могли убрать моего Магнуса. Так, ну финалочка напряженная, прямо скажем. Блин, вот фигня, блин, дорог нет, ничего нет. Блять, пусть горя кому их нет. Горы эти еще дурацкие. Какие дороги? Как нет дорог? У меня все корабли нашли в Рим. Ой, караванчик.
Может, в Картахену прям два там посадим, что ли. Вероятность. Блин, три хода. Надо вернуть на 420. Каким-то образом. Лёша, успеешь улететь? Нет. Алиса нарубить? Проблема не в производстве. Было бы эпично, если бы улетел. А краб бы дает производство? Если их сам. Нет, только золото. Так, ну счастье сейчас должно вернуться, и, соответственно, наука какая-то вернется. Да, видите, уже везде довольство у меня. Ядерку бахнуть. От джамби сверху. Я еще проверю, что у меня тут на науку везде стоит. Наука. Наука. Ну, если только по территории Рима. Там есть корабли где-то? Ну, под Остию он взял. По-моему, на клетке или с этим с колосом или под селитрой. Ну, то есть на селитру бахнуть было бы хорошо. Ты еще что-нибудь на науку можно взять? Ты туда на север, что ли, отправил? Там города бери, не хочу. Все юниты получают. Но уже поздно. Я уже максимум выжил. Возможного. У меня все модули строятся только к 50-му ходу. Я не успеваю. Я русский, кстати, удивлен. Это казалось, у тебя как раз больше всего шансов тут улететь. Улететь. А ты, получается, и не повоевал особо, и не улетел почему-то. Ну, я говорю, я плаваю. Я вообще никто не трогал. Три хода все равно, блин. Лучше. Я просто даже не слышал. Три хода — это много. Я вообще мог всех их забрать на 100%. Ну еще есть у меня шанс вот эти все исследовательские проекты, еще тут будут исследовательские проекты в Картахене и Бильбао. Так что еще не все потеряно. Так, давайте, значит, в космопорт. Трипхуаны. Че? Ядерное оружие и зону. Ну, джамби, я как-то по-твоему отжимал. А, это я Россия хвостил, да. Не, у меня тоже. Гостью? Под Рим. Ну сам ремниц. А, уже нет смысла идти. Надо же куда-то тратить. Надо же города захватывать, сжигать. Скиньте, что ли, ракету на русского для баланса. Я не могу, у меня с ним договор. Что, лидер, ты поэтому... А, могу ли я что-нибудь купить на производство вообще? Да и нечем. Ангар. У меня денег мало. Кстати, нету смысла что-либо покупать уже. Ладно. Но, по-моему, все равно ничего. Заканчиваем ход. У меня... Надо, чтобы за два хода технология открылась, то есть... Если следующим так, ходом и... не будет один ход, значит все. Ты запорол, братан, концовку. Согласен. А, хотя нет, еще не я все, не потому что тут, два модуля. Тут я еще смогу за один ход проекты провести. Два модуля — это пропасть. Да я бы тоже попытался бы, если бы ты меня еще не разрушил. Просто... Ну, поэтому я и напал, как бы.
Мне кажется, в концовке ты либо пытаешься улетать, либо нападаешь. А как бы и улетать, и нападать? Да нет, в том-то дело, что на меня он мог в любой момент напасть. Кстати, еще, Грек, а проголосовал бы ты, плюсик поставил? Все могло быть по-другому еще. Кто вот, кто плюсики там поставил, расскажи, пожалуйста. Я поставил. Я минус ставил, поэтому я явно плюс, успеть, наверное, Invictus еще поставил, да? Плюс, да, Invictus поставил. Invictus, Фантом и кто еще? Грек мог на 122 ходу закидать русского, Invictus'а и Рим, забрать их. Легко вообще. Но он почему-то этого не сделал. Грек, у тебя есть ходы на танки под Орецием? Чего еще раз? Я Грека спрашиваю. Я просто могу скинуть на Орец. Русским и Римом. Да нет, в танках. Это жесть была вообще. 68 очков между русским и Римом. Все очень хороши. Один город. Грек, прикольно тебя. Ай-яй-яй-яй-яй. Так красиво ты его подвел. Да нет, он так и так убивал. Там же субмарина под Кабулом. Давай, русский, какое-нибудь чудо. Вы помните, кстати, что на этот ход в конце... Да. Два хода. А я не буду ставить. Рим, может? Да, я реально вот у меня был шанс, мне одного хода не хватило. Нет. Ну, еще посмотрим, еще раз повторю тут. Видите, исследовательские гранты, один ход, тут один ход, и тут один ход. Это может довольно много науки дать. Рим, живи! Что происходит? Ну, там на Рим прилетело. Но захватывать-то все равно некому. Сколько там было? 22? Я знал, что надо было добивать подлодку твою. Что убило мою подлодку? Блин, как так-то? Кто мой авианосец убил? Ну, ответочка, наверное, прилетела от Рима. Он там кидается направо, налево. Кайфует. Блин, опять можно было лучше сыграть. Блин, неужели не хватает одного хода? Русский хочет. Рим. Ну он похоже, не надо было. Сава хочет мои города забрать. Не только твои. И на Грецию, и на Пар. Ну пофиг, тут уже в этом городе ничего. Не забираешь? Нет. Раньше надо было делать, раньше. Я тоже думал. Блин, я только сейчас. Ахта как куб забрал же на этот ход. Ну, да, на это. Что ты раньше не делал? Это уже восьмерочка. А что бы ты на 5 ходов раньше, может быть, что-то получилось бы. Я забрал защитный с греком. 88. Тут еще и производство упало из-за того, что у меня отсюда караваны бегают к русскому. А танк там? Русские танки твои возле немца стоят. Ну, тебе надо это на русские предложения. Надо попробовать союз возобновить. Я еще одно предложение русский. Про очки эпохи, они тоже идут в зачет. То есть, если можете там великого человека нанять, там построить какую-нибудь фигню, которой у вас не было.
Так, должно производство вернда 103. Для чего надо? Потому что я получаю 15% науки от производства. Кто следующим ходом? То есть где-то 150 я получаю, да? Магиот? Мне не хватает... Вот как? Смотри, сколько мне не хватает тут... Ну, только инженером нужен за один. У него просто теха не изучена, он изучает... И вырубкой леса. Понимаешь, это будет эпическая победа. Эпическая, Алексей. Я вижу, что на трех клетках. А, ты для этого хотел передать Магнусу, да? Да. Ну, там, понимаешь, если ты на этот же ход ставишь и на этот же рубишь, тебе надо все целиком заполнить. Или не, подождите. Победа улетом, она... Она сразу происходит. Если ты строишь, а если у тебя там будет на 151, ты улетишь или очки будут? Мне кажется, очки. Мне тоже кажется, что очки. Я, Алекс, я за тебя, давай. Потому что это 150 ходов, а не 151 ход. Понимаешь? Да, понимаешь? Да, да, да. Не, я... Ну, после 150-го игры уже нет. Смогешь, будешь красаваться. Не, 20 очков не хватает. Че, уже пересчиталось? Ну да. Ну все. Да. Ну и все, я не улечу. Мне не хватило очень чуть-чуть науки до открытия техи. К сожалению. С победой, Рим. 20 очков — это один крупный город. Один город. Вы что-то Риму порушили? Слушайте, а как вообще посмотреть? Русский бы раньше пошел на меня. Как посмотреть, сколько не хватает науки до открытия технологии? Где это вообще возможно? Или... Нет. Если бы грек взял бы Орецей, русский бы выиграл. Если бы ты промолчал, я бы этого не заметил вовремя. Мог не заметить. Мне пришлось ядерную ракету потратить, чтобы убить этот танк. Не, ну там так и так приходилось кооперироваться. Не, на самом деле, если бы ты закинул, я бы увидел, у меня танк уже там стоял. Чуть-чуть думал, не хватило, чуть-чуть. У меня просто самолетов не было. Возможно, знаете, да, что не хотел, когда я на один ход переключил на эти промышленные зоны. Че, значит, Рим выиграл, да? Не надо переключить. Ну, можно то. Ну, ход закончите. Точно выиграл. А человек вообще... В таком ядерном угаре может выиграть, в принципе. Да. Этому угару теперь будут радоваться более совершенные существа. Да, это, они меня не убили, поэтому я перерожусь во что-то нечто большее. Я вам скажу, надо как-то ядерки ограничивать, хоть как-то, каким-то, хоть как-то, но чтобы не было такого. Согласен. Нормально все. Нет, если ограничивать как-то ядерки, тогда... Ты вот смотри, хорошо, чувак улетает, вот андетка тут побеждает по очкам, да? Как ограничивать ядерки, если вот вы сейчас ему ничего все равно не смогли сделать? Никак ему помешать? В чем ограничение? У вас есть ограничение голосования, пожалуйста, вы могли проголосовать, чтобы не кидать. Кстати, а в лобби кто выше был? Андетка или... Андрей. Мне что-то кажется, что это может сыграть свою роль. Да, ты должен идти на меня раньше. Мне кажется, это все потому, что Крим находится в жопе мира. Его очень сложно достать. Ну, в таком хорошем положении, защищен горами. У грека примерно такая же ситуация была, по большей части. Ну нет, грека легко закидать, так же, как и меня, например. Леша легко закидать. Вот Рим уже сложнее. Я вас тоже не закидать. Я хотел кинуть пару ядерных ракет в отвеску на германца, но у меня тупо подозрение. Заканчивайте ход. Не надо. Там городов напахал. Кто мне сказал под Новгородом это ракета?
ракетный центр по Санкт-Петербургу. И, ребят, просто посмотрите на столицу, на Рим, на вот эти шикарные четыре овцы на холмах. Это просто да, что-то... Да, да. Вау. А у тебя Рим прям там заспаунился? Да, ты прямо там заспаунился. Просто с ума сошел. Не, ну он типа не на реке, да? Нет, ну да, нет реки. У меня не получилось из-за того, что он там стоит поставить на реку второй город. Ну, потому что там уже третий радиус. Я просто не видел вот эту реку из-за холмов. Ингрикс, это ты мне сломал ракетную? Я вначале несколько раз грубо ошибся. Четыре овцы, гипс. То есть я потерял там ходов 10 на уровне. Крабы, рыба. Зря ты Лян времени не использовал, он был бы еще круче. О, да, очень хорошо был это Рейна. Нет, в смысле, застроить все клетки вот эти вокруг морские. Сетями. Ты бы так его до 20 отожрал, спокойно. Я бы отожрал его и больше. Ребята. Что, русский победил? Итак, в итоге по очкам победила Россия, но прежде чем включить вам обсуждение игры с самими участниками партии, я хочу свое мнение вам высказать. Почему я показал вам эту партию? Потому что она яркий пример того, как все игроки сыграли неправильно и действовали очень странно. Ну, начну, конечно, с себя. У меня было очень хорошее место старта, очень неплохо все было, очень много места и хорошего места. Более того, я находился с краю всего с одним соседом. Развивайся не хочу, я все это дело похерил. Ну, на самом деле у меня была одна просто мысль проверить конкистадоров с миссионерами. Но даже это я воплотил плохо, потому что медленно выходил в этих самых конкистадоров. У меня не было ни темного века, ни двух золотых хотя бы, чтобы была наука и какое-то развитие. Я вышел в конкистадоров тогда, когда у моего соперника уже были мушкетеры, и он мог спокойно ими защищаться. Более того, проход к немцу был не самый хороший, это можно было увидеть по разведке. Но непреодолимое желание попробовать испанских конкистадоров, потому что я, по-моему, никогда за Испанию в сети не играл. Сыграла злую шутку и, знаете, застлали глаза вот эта необходимость идти каким-то одним путем. Никогда так не делайте. Цивилизация, она о том, чтобы постоянно находить новые способы победы, идти разными путями. Я в этой игре показал, что я какой-то фигнёй занимался просто. Кроме того, мне надо было заселять вот эту огромную территорию, которая у меня есть. Она хорошая. Мне там надо было много городов поставить. Вот чем занимался Рим, например, он, видите, как городов как много поставил. Я же, сколько, 6, по-моему, поставил, и один город захватил, и все, ну, город-государство, имею в виду. Это очень плохо для шестой цивилизации, тем более, когда у тебя есть место, куда города ставить. Мне надо было расселяться. Даже если я и шел в конкистадоров, то почему я не расселился? Вот вопрос. Я решил такой, что, видимо, захвачу немца, у меня будет куча городов, но это же не факт, что я кого-то захвачу вообще в принципе. Расселяться надо было всегда. Надо было ставить города. Поэтому сыграно с моей стороны плохо. Ну, и еще в конце я на самом деле мог еще победить наукой, как ни странно. Но два лишних хода, которыми я делал в промышленных зонах вместо кампуса исследовательские гранты, не позволили мне вовремя выйти в нужные детали. Так бы я реально успел еще улететь, несмотря на все приключения. Дальше, что сделали все остальные? Нубия, у тебя есть ранний уникальный юнит. Тебе дали офигительную нацию в начале игры. Ты в плохом месте. Да, видимо, у Нубии было плохое место. Значит, надо воспользоваться своим ранним юнитом и что-нибудь вокруг-то позахватывать, чтобы обезопасить себя. Нубия дождалась, когда на него нападет русский. На этом все закончилось. Россия, несмотря на победу в игре, довольно, опять же, пассивная игра во времена кавалерии. То есть на последнем ходу буквально повезло там вырвать по очкам победу, хотя мог на кавалерии дальше идти и на немца нападать, особенно на немца на самом деле, когда у него прокачанная на Нубии была кавалерия. Немец, по-моему, отлично сыграл, ему на самом деле тут со всех сторон все мешали, но вот это, как только от него он от всех отбился, по-хорошему, он внезапно решил, что он тут уже не победит и бросил всякие попытки выиграть. Хотя именно немец в конце игры, у Германии куча производства, и именно Германия может победить космосом быстрее всех остальных, потому что у него есть производство, это производство уходит в науку, быстрее открываются техи, а потом строятся детали. То есть, казалось бы, тогда, когда немец уже отбился, потому что на него то я нападал, хотя этого не надо было делать, то Рим нападал,
Хотя этого не надо было Риму делать. Когда он подбивался, у него внезапно запал на победу прошел. Удивительно. Рим вообще сам себе привез поражение в этой игре. Зачем Рим поплыл нападать на Германию? Это, по-моему, самый большой вопрос вообще всей партии. Если бы он захватил Индонезию, я понимаю, что у него союз был с Индонезией, но это все решаемо. То есть у него, по-хорошему, вот в соседях оказался Индонезия, у которой были большие проблемы с развитием, и он мог захватить хорошую, в общем-то, нацию, то есть у него там немного производства, но все остальное у него есть, там и районы и прочее, и выиграть совершенно спокойно игру. Ну а все остальные игроки, Invictus опять доразвивался до того, как на него нападут, то есть Грек на него напал. Грек, как мне кажется, зря на Invictus'а нападал так рано. Опять же, у него есть в соседях индонезиец ослабленный, и тут скорее надо было с Римом договариваться, как-то пытаться. Ну а с другой стороны, там Рим в союзе с Индонезией. В общем, получилась очень странная игра, когда все сыграли плохо, как мне кажется. Я, конечно, несомненно, хуже всех, потому что вы это еще и видели, как я действовал. Но партия действительно получилась с очень нелогичными действиями всех участников. Всех. Ну, а теперь давайте послушаем наше обсуждение после партии. Это что, пофиксили, что ли, 150-й ход этот? Да нет, никаких патчей не выходил. Да... Тогда я не понимаю вообще, как оно считается. Кто выше? Что значит, кто выше? Ну, кто выше в лобби, у того первее обрабатывается. И если он победил, то игра заканчивается. Так, у Рима же Бушечковский победил. Нет, очко больше у русского почему-то стало, на 151-й ход. А, я построил эти модули космические. Да, у русского 1427, у Рима 1362. А сколько очков? Он захватил этот город второй. По-моему, там Микена. Захватил, места Хисифих захватил, модуль построил. А у Рима ничего не отпало? Нет. Вроде ничего. Я еще не знаю, 1350 было, 1360 осталось. Вандет. Ну да. Нет. Русский. Я говорю, по-моему, это вот так работает. Что, ну, обсчитывается последовательно и сразу же проверяются условия на победу. Если оно выполнено, то игра заканчивается. То есть, ты подожди, а какие условия на победу? Ну, смотри, то есть ты говоришь так, что игра сначала посчитала, сколько очков у русского, но сравнила с результатом Рима прошлого хода, или как? Да, видимо, да. Да. Очень на то похоже. Точно так же, как эти чудеса света строятся. А если бы Андетка был выше в лобби, но у него бы уменьшилось количество очков, игра бы его посчитала и сравнила с результатом русского прошлого года. А у меня не уменьшилось количество очков. Смотри, у тебя уменьшилось. Было 1062, так и было на прошлый ход. Да, у него так и было. А у русского, ну то есть у Андетки бы пересчитала очки, а у русского бы не пересчитала и сравнила с ними во время обработки Андетки, если он был бы выше в лобби. Чё-то как-то странно. Ну, чуть-чуть это просто... Это действительно странно, потому что у нас было, что по очкам на 49-й ход кто выше, тот и побеждал, а вот сейчас наоборот произошло. Видимо, это, ну, по крайней мере, какой-то смысл нет, есть в этом. А вот модули космические, они в этот же ход добавляют очки? Нет, там они, все одинаково. Модуль космический, видишь, он добавляет очки как? Через очки эпохи. Он дает там, по-моему, 4 или 5 очков эпохи, и, ну, это 4 или 5 очков счета. Сразу же. Заметил ли, что ты мне мешал больше всего и в результате подарил победу русскому? 4 очка тебе бы не хватило русским. Я там несколько построил. Даже если ты строишь 3, у тебя будет 15 очков, тебе надо было 20, а у тебя на сотню скакнуло. Ну хотя... Очень мало культуры сейчас у меня. Видим. Ну да. Очень хороший город захватил как раз перед последним ходом. Пены жирные, да. Да я не...
Я не мог нападать на русского, у меня с ним заключен договор, к сожалению. Ну, вот и получается, так что, видимо, это по порядку лобби было. Ну, там выбора не было, все равно. Ну, это не первый раз ведь уже такое, и... Непонятно, что с этим делать-то? Концачки добивать. Жесть. Кстати, интересно, а очки отнимаются за то, что твое чудо уничтожили? Не, не отнимаются, я посмотрел уже. А, в смысле уничтожили? Ну, у меня вот разрушено, например, вот два чуда света. А, нет, за это не отнимаются, а чудо же не уничтожено. Нет, и ядерным оружием можно уничтожить. Ну, в смысле? Его я разрушили ядерным бомбой Альгамбру. Она мне не перестал давать бонусы. Я могу отремонтировать ее за 16 ходов. Вот. Ну, очковца ее не отняли. Не разрушили, ее повредили. Разрушить — это захватить город. Разрушить город — тогда чудо пропадает, и ну все, за него никто очки не получит. Это да. Блин, Фантом, я не знаю, конечно, как ты там воевал с Римом, но у тебя за всю игру потеряно 3 юнита, уничтожено 2 юнита. Никак я с ним не воевал. Причем, на самом деле, все же надо было просто сразу отправляться на этот Дрипхуану и захватывать. Да, вдвоем, но да. Тут получился такой знатный тимплей всех против меня в конце. Ну, не всех, но не всех. У меня есть расчет на то, что я нападу на Испанию, а вы там в своем серпентарии будете между собой разбираться. Никто ко мне не полезет. Вы что? Ну, вы что? Просто какие очень были? Сладкий кризисный союз вылез против тебя. Да, вот. И как-то люди не удержались. Поэтому и не стоит союзы заключать с теми людьми, видимо, на которых ты когда-то все-таки планируешь нападать в будущем. Ну это такие, блин... Если учитывать, что ну, соседи-союзники тебе нужны, чтобы пускать караван. Нападать тоже надо на соседа. А есть время какое-нибудь, вот, знаете, вот у вас был союз, а потом, допустим, ходов 20, вы не в союзнике, выскочит вообще этот кризис? Нет, я так понял, что это зависит не от того, сколько ты времени прекратил быть союзником, а сколько времени ты был с ним союзником. То есть стопудово... Не-не-не, вот бывало... На первом уровне союза, если у тебя прекратился союз и у вас он первого уровня, бывает, что не вылазит этот кризис. На втором уровне стопудово вылезет. Это без вариантов, то хоть ты там 40 ходов уже с ним не в союзе. Неважно. Вот бывает, что реально после союза кризисный не вылазит почему-то. Но это только если у вас первого уровня. Но бывает и с первым уровнем тоже было. Мне кажется, что там зависит от каких-то... Может, на какие-то внутренние подсчеты, насколько вы хорошо между собой там торговали, еще что-то делали. Эпоха еще зависит. Я думаю, там все же как-то зависит от количества ходов фиксированное. Может, оно зависит от количества ходов от уровня союза. Вообще нужно иметь всего одного союзника и пускать к нему все караваны, и все. Я с этим не согласен тоже. Ну, не знаю, вот мне очень нравится культурный союз, и поэтому вот так долго стрип-кланы и... союзил, потому что он дает очки великих людей, удваивает. Да. Ну, не удваивает, там плюс один, по-моему. Ну, плюс один за каждую это постройку вроде бы. Ну, то есть, как этот... Регион нет. Мне казалось, что он плюс один за каждую постройку в районе. Ну, если это я не ошибаюсь за каждый район, тогда он, ну, тогда так себе он. Each of you districts grant an additional great peasant point per turn if you have a trade route from city to your alley. Like. Да, действительно, значит только по районам. Нет, не написано, сколько за район. И дает ли за здание внутри района. За здание, значит, не дает. И не должно, но написано коряво. У нас же новый мир стоял, да? Да. Вообще мне с местами нет, не зло, не хамон. Скажите, ребята, а в четверг следующий кто-то, если без доигровки, это невозможно досыграть? Невозможно, в будний день. Ты напиши сразу без доигровки. Да. Потому что с доигровки, конечно, два вечера терять тяжело. Да, я согласен без доигровки играть. У меня тоже так на второй день я облом немного.
Если, допустим, начать часиков, ну, 6, ну, наверное, не все успевают приехать домой, да? Ну, я успею. Я поставлю, наверное, на события, на четверг, наверное, 6, без доигровки. Кто-то сможет, отписывайтесь. Если я буду работать, точно не смогу. А завтра не хотите? Там да, завтра создал, конечно, этот Удовенко, можешь к нему списаться. Там не да, лучше, там есть места. Есть что? По-моему. По-моему, там уже все. Можешь посмотреть. Записывайся, потому что я, скорее всего, завтра не смогу. Я там, наверное, отпишусь. Если что, плюсик ставь. Как бы. У меня там завтра видно будет просто. Окей. Кстати, Invictus остановил мой космический проект, я поэтому не улетел. Два хода до конца. Вот ведь Invictus. Ну вот. Invictus всем подгадил вокруг, но ты же все равно победил. Ну я мог уместить. Ну я красава, нет, красава, я все-таки не. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!